Виды административных центров Александровска и Дербинска на острове Сахалин. Архив фотографий 1894-1905 годы, предположительно сделанных во время визита Антона Павловича Чехова из композиции его знаменитого разоблачения «Путешествие на Сахалин». Замечательные материалы одной из самых известных исправительных колоний России. Архив представляет собой исключительный интерес. Несмотря на выцветание некоторых отпечатков, сами по себе, как правило, хорошо выполнены. По словам Уильяма Брамфилда, типичные виды включают административные здания, церкви, местные этнические типы заключенных, осужденных на работе. Фотографии пронумерованы без определенного порядка, с подписями на английском языке, с некоторыми исправлениями. Человек, который присутствовал во время фотосъемки и, следовательно, знал причины исправлений. Всего 128 фотографий. Фотограф не указан. Сборник архива упоминается в журнале «Бостония», номер 3, май-июнь 1990 год.